Основа всего это ромбик. Ромбик тоже можно работать с ромбиком, даже не в объеме. Можно, конечно, представлять в объеме, но можно и просто поставить ромбик и работать с ромбиком, с этими рунами через мудры, то есть через энергетику. Элементарно. Вот это мудра ромбика, мудра призыва к кону, мудра настройки на гармонию Вселенной, на взаимодействие энергии и информации. Вот. Ну, вот так тоже будет работать. Это еще круче. Вот так можно на уровне сердца, по-индуистски анахата, как угодно, накачать энергии любого цвета. Можно зеленого, мой любимый цвет. Но можно и любого. Можно просто наложить плоскую наклейку и на свою внешнюю энергосферу положить мужикам, опять же говорю, вот с работы с информацией, только мужикам, а женщинам через мудры. Вот так можно работать. Вот даю мудру, ромбика, кона, вот так. Настраиваемся, заполняем своей чистой, хорошей энергией и образом, наполняем, работаем на всех четырех стихиях, а стихии это не огонь, вода, что там еще, тупость какая-то, дерево, земля и прочее. На уровне абстракции это форма, я называю пустошь, потому что когда это некое сознание великое, единое, искало пути, варианты и способы развиться во множество. На одном из уровней это началось с некого разделения на себя целого, на форму. То есть это пустая пустошь. На заполнение. И соединение формы и заполнения дает порядок. Противоположность порядку – это хаос. Не путать с беспорядком. Хаос – это совершенно другая стихия. Вот они, четыре стихии. Это форма, это заполненность, это структура. Вот она структура. Ромбик – это обращение структуры. Это настройка на кона. И хаос. С хаосом работать, ну, людям вообще не рекомендую. А вот соединять три вещи в порядок, давать форму, заполнять ее и давать структуру. Вот таким образом попробуем на каждую чакру. Рекомендую начать вот с простой и наложить на себя. И сразу пойдет изменение.